Здорово, народ, сегодня поговорим о Яне. Герой имба, сразу говорю, даже без гайда за пару игр можно понять его. Пройдемся кратенько по скиллам. Пассивка — это 2 заряда, используя первый и второй навык. Нам нужно попадать по врагу. Ваша следующая автоатака подкинет противника, если вы попадете. Главное сначала использовать второй, а потом первый. Даже если вы используете по врагу 2 раза первый, то вы все равно его подкинете. Но если 2 раза вторым, то нет. Первый навык бьет в верообразной области и замедляет на 15% врага. Второй навык — это рывок, очень крутая вещь, уворачивается от прямых атак. Тем более вы пропадаете с цели, проходите через все стенки, кроме толстых. Ульта самая сладкая, с помощью нее он похоронил сразу 2 персов, это Брайт или Бу. Когда Ян использует ульту, по нему снижается на 50% урон. Но сам он наносит больше урона и быстрее бьет автоатакой. Еще он может повторно нажать ульту и ударит впереди себя рывком. Дам свет по использованию ульты. Когда вы ее активировали, желательно сразу использовать рывок. Ведь каждый удар навыком по герою продлевает ульту. Так что вы этот удар можете использовать еще как минимум один раз. Что по сборке? Стандартная такая. Пробив, скорость, зуб на урон и меч вечности. Он в основном хорошо отыгрывает лесу, ну и на соло тоже хорош. Так что вы сможете просто вместо лесного предмета добавить ему защитный или еще один пробив. Из заклинаний лучше всего подходит отчаянная дуэль, но можно на ульту поставить. Но КД навыков не такая уж и большая, так что не советую. Арканы вот такие, чуток крита, пробив, все как обычно, ничего сложного. Герой по сути достаточно прост, так что я думаю, он займет высокое место в мете. Вам он должен понравиться, очень живучий за счет ульты и отскока второго навыка. Кстати, обзор патча чуть позже выйдет, мне его надо сложить до кучи, чтобы не упустить самое важное. Так что ждите. Пока. Аривидерчи. ちょっとキスをしたのかな。なんだよね。初めてないけど、ちょっとだよ。